Рубилось. Давно не стримил, забыл как стримить. Ну, в смысле, Fallout. Цените. Сейчас, сек. Да ну. Так, а ну. Всем привет! Всемку! Ебать. Здорово! Вот эта тема. Пойдет. Тут с иглой. Помолчи. Так. А ты уже забрал халявный батл пас в доте от Габена? Знаю, что забрал, и сейчас расскажу тебе, как апнуть его до уровня с арканой на Войда. Есть такая штука, называется BP Helper. Это 60 простых заданий, выполнив которые, ты получишь на Steam столько денег, сколько нужно, чтобы купить уровень каждые 15 квестов в этом BP Helper, либо случайная аркана, либо 48 уровней боевого пропуска. Для зрителей этого канала он раздается на халяву, а не как обычно за 300 рублей. Мало? Ну тогда лутай уровни Battle Pass в бесплатном режиме Dire Tide. Найди гулю среди крипов и открой ужасный сундук, внутри которого арканы и уровни пропуска. Играть можно бесплатно каждый час, ссылку на все это дело я оставляю в описании, и там же ищи промокод на 15% к балансу и дополнительный пузырек с маной для Dire Tide. Куда я шел, на чем я остановился, кто я, где я? Так, вебка супер темная или нет? Ну что еще? СДР, папа. Бля. СДР, папа! Бля, не знаю, слышно в микро или нет эту хуйню. Я тут делал миллион разных квестов. Здорово, единорожич. Ну что, 32 получается. Не меняйся, ты угадный. Звучит почти как... Короче, так, средне звучит. Помолчи. Бля, эта тема мешает. Гриффит пожертвовал отрядом Сокола ради достижения своей мечты. Но смог бы ты пожертвовать всем оплотом работяг... Я реально как единорог. Она должна быть выше, эта штука. По адекватности. Отвечай, смог бы или нет. С днем рождения. Всего лишь топ-1 по адекватности стать. Ну, типа, это... Я и так, как бы, ну... В топ-1000 примерно. Так что, ну, пойдет. Смысл жертвовать работягами. Так, надо поспать. Здорово, Папизи. Поздравляю тебя с днем старения. Да. Желаю тебе хитпоинтов, монет. И шоп всегда был на лакиче. Хорошее пожелание, спасибо. Быть принцем не так уж легко. С днем старения, папаня. Желаю удачи тебе и твоим близким. Спасибо тебе, что ты есть пепалови. Поздравляю! Поздравляю! Не, меня. Поздравляю! Блядь, эта тема реально прикольная. Из всего, что подогнали, это... Достаточно прикольно. От всего канала Решетка, сучки, хочу поздравить тебя с днем рождения. Желать тебе нечего, лишь бы только война быстрее закончилась. Успехов, было бы неплохо. Папаня. Спасибо. С ДР подписан. Желаю крепкого здоровья и маленьких девочек. Маленьких девочек. Чел. Чел. Я желаю себе закончить Fallout. Когда-нибудь. С днем рождения, Попечь. Желаю жизни, а не существования. Спасибо. Когда-то ты говорил о глупости людей, мечтающих об идиотской славе и известности. Ну. Что думаешь о людях, которые пишут книги, рисуют комиксы, снимают фильмы и т.д.? Что я думаю об этих людях? Не знаю, что должен сказать. Это враги?
Сейчас, погоди. Тут какие-то уроды бегают. Рейдер тварь. А чем они отличаются от других людей, которые занимаются тем, что им нравится, тем, что им интересно? Погоди. Фук. Короче, нет у меня никаких предрассудков к этим людям, к режиссерам, к писателям, я не знаю. А, кстати, у меня еще такая штука есть. Цените. У меня в этот раз дохуя приколов так-то. Go away. Go away. Бля, эта тема мешает на самом деле. Я бы повесить сверху как-то вот так, но сложно. Так, а что это за квест вообще, я забыл? What is this place? Better to let Jack answer that. Come on. Я вылетел из головы, что я должен тут делать? Привет, я поздравляю тебя с днем рождения. Твои да... видосы, стримы, нарезки помогают быть счастливее. Люблю в тебе то, что ты на камеру такой, какой ты есть. С днюхой, будь счастлив и здоров. Спасибо! Первый раз доначу! Привет, дорогой папаня. Поздравляю тебя от себя и всего чатика с ДР. Мы тебя любим. У меня сегодня тоже ДРКС, да? Да? Ну ты охуел. Я хотел бы, чтобы у меня был бы только ДР, ну, в день, когда у меня ДР. Это, конечно, маловероятно, нереалистично. Спасибо. Папаня, 32. Грац. Пейперс, стримы по Фалу и Чудо Некс. Грац что-то жил или что? 19 ноября, держу в курсе. Стримы по Фалу и Чудо Некс 19 ноября, держу в курсе. Ну, о, спасибо за 3000. Ну, не знаю, ну, блин, реально надолго затянулось, но дропать неохота. Зачем я играл все это время, чтобы дропать? Тем более не то, чтобы оно как-то душно. Ну, для стримов душно. Это понятно. Тем более, как обычно, в Fallout не самый интересный сеттинг и сюжет. Привет, Попеч. Привет. Повторю поздравления с Дискорда. Желаю удачи и здоровья. И чтобы война кончилась. Того же желаю всем тем, кого ты считаешь близким. Буду дальше смотреть, как ты взбираешься по ладдеру адекватности. Вот так-то лучше. Кстати, реально по ладдеру адекватности поднимаюсь. Так приятно. Я так считаю. Любимому стримеру. Все так же ждем катушку. Но каточки на сларке не будет. Скажу от себя, ты вдохновляешь многих и имеешь уникальную харизму. Пусть у тебя будет всегда маленькая удача и здоровье. Купил бы подписку, но вражки судьбе. Маленькая удача и здоровье? Стоп, wait, what? Маленькая удача и здоровье. Маленькая? Почему маленькая? 32-го года, жены, нет детей, нет друзей, нет квартиры, нет дома, нет. Живет в квартире родителей. Страшно, вырубай. Не путешествовал. Лудоман, лицемер, анемичник, продажник. Лицемер, продажнич? Мостик сделать не может. Человеком не стал. Снова зашел в доту за деньги. Помолчи. Здорово, Попеч. Чешу я не пойму. У тебя сегодня день рождения, али ты наконец-то решил себя поселить в цирке вместе с клоунами, а? Я ничего не покупал, все подогнали. Все таки 32 годика, не дурачок уже. Стабильного тебе электроснабжения. О, во, еще одно хорошее пожелание. Стабильного электроснабжения. Пригодится, кстати. Так, прошлому донатеру отвечать не будем, там уже слишком хейтер. Кстати, здоровья. Мне нужна вода. Мирного неба над головой. Спасибо. Удачного стрима и здоровья близким. Спасибо! 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 Не идеально, конечно, работает. Здорово, Пабзан Кадыров. Как твои дела? Сам ты. Будет ли Warzone 2.0 на патоках? Там есть еще и ДМЗ, как в Таркове. Ты держись там. Мы все переживаем за тебя. Как насчет со мной сыграть в Warzone 2.0? Было бы охуенно. Warzone 2.0. Оно сейчас выходит. Дыров, бля, чел, сам ты Дыров. Ничего не знаю про Warzone 2.0. Почекаю, конечно, раз за первую часть играл. Здравствуй, Виталик. Хочу поздравить Здравствуй. Тебя с днем рождения. Здрасте. Несмотря на то, что мы с тобой много лет враждуем. Понимаю, как тебе непросто. Ты там, где скоро только рукой можно будет подтереться, а я здесь, в тепле Чего? И уюте, РФ. С кем я враждую? Кто ты? Что ты? Засунь себе свой троллинг в одно место.
Я знаю, что со мной всякие идиоты враждуют, но я обычно не в курсе, что они хотят от меня, почему они враждуют. Такое бывает. А ну? Ты так можешь? Вот это у него получается лучше всего. СДР Данжейн Мастер Виталя. Желаю счастливой жизни с дядей Богданом. Надеюсь, что он вставит в тебя свой ключ на 9. КСТ. Иди нахуй! Иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй! Иди нахуй! Иди нахуй! Пидорас! Пидорас! Слабо. Кто самый лучший стример и у кого день рождения? Кто самый сладкий пирожочек? С днем рождения. Сам будь ты пирожочек. Всегда здоров, красив, обаятелен. Грандиозных заносов, козяки, побед, вставка. Счастье. О, кстати, любви, бля. Я забыл сделать ставки на UFC сегодня. Забыл. С днем рождения, Пупич. Будь здоров. Точно, хорошо, что мне напомнил. А, он про. Он его H2 называл тоже скорочно. Дождаться связного подземки. Я должен теперь защищать этого чела, пока не придет какой-то связной подземки. Ты кто? High rise. Пароль подземки. Do you have a Geiger counter? Right you are. Mine is in the shop. All good? Now, let's take a look at our friend. Hey, you okay? A little rattled, but I've never been better. The other man, he said I shouldn't talk too much. He told you right, H2. You'll need a real name and a new face, but we'll get to that. Oh, listen. There's more than raiders behind me. Afraid we need a little more help. Я разберусь с рейдерами. More raiders. Not a problem. You headquarter heavies mean business. We need to get to Ticonderoga safe house, my home. A lot of sense fresh off the boat crashed there until we smuggled them out of the Commonwealth. Let's get this over with. I'll lead the way. Ты должен теперь их еще охранять? Ой, я нажал не ту кнопку. Винт проебал. Папуничка, с днем рождения, восклицательный знак, 3. Смотрю Папунечка. Тебя не так давно, но как нашел тебя на просторах этого мира, ты чё, стоишь только на месте? Твоими потоками и спасаюсь. Каждый ты раз ещё скажи, питаешься. Плюс мораль. Живи подольше, батя. Люблю тебя. Кстати, да вроде стараюсь. Не стремлюсь поменьше. Чё это такое там? Помолчи. Привет, Виталя. Убит. Доначу в 38 раз точно. 42-й. Ты меня не забываешь поздравлять с ДР. Сегодня моя очередь поздравлять тебя. Точка, удачи тебе плюс здоровья. 38-й раз? Ты запоминаешь? Фаллута, точка. Будем играть в Next Gen. Посмотрим сначала ее. Сначала глянем. Чмоки-чмоки в обе щеки. Сначала глянем, что она себя будет представлять и есть ли смысл в нее играть. А там уже решим. Если она будет выглядеть просто как заможенный ведьмак, грубо говоря, как, ну, ведьмак с, типа, с модами на графику, то, возможно, и не стоит в нее играть. Я даже не знаю толком о нем. Получается. Держи на Твикс с хлебом. Получается. Оцени не КСТ. Я не знаю, что этот ник значит. Гена Цидармян. Что это значит? Не нужно кланяться. СДР, папаня. Смотрю тебя уже пару лет и только сейчас решил заданить. Кстати, откуда у тебя эти подарки? Бля. Знакомые девочки подарили или сам купил? Какая разница? Да и родственники тоже, ну, всякое дарят. Ну, типа, я вот, ну, то, что мне дарят, я переношу на стрим, блядь, временно. Вот эта штука, мне кажется, довольно-таки быстро испортится, хотя хз. Да и сколько тут батарейка держит. Кстати, дякую. Как зовут твоего хомячка? Дурачок. Дурачок, назовем его. Я ему не придумал имя, поэтому, думаю, пойдет. Фэланс. Я думал, написано Fallout. Блядь! Найс! Тут спасы, блядь. Как войти в этот... Это город, блядь, или что? Монсеньор Плаза. Это город. Видимо. Бля, эта штука не очень удобна. Или это не город, стоп.
Это не город? Думал, это город. Тут надо всех убить просто. Благодаря твоим за год стримам бросил наркоту, сигареты. А я тут при чем? Стал заниматься спортом. Отказался от общения с местными. Был как светящийся гуль. Стал как чел на способности. Ну, это неплохо. Спасибо. Не, ну, ты тебя... мне помог. Если тебя местные к этому привели, к всяким ужасным привычкам уебищным, которые, ну, по сути, даже не должны удовольствие доставлять, потому что как они могут доставлять удовольствие? Непонятно, оно ж мерзкое все. Рад, что смог помочь, ничего для этого не делая. Powering up. А ну иди-ка проверь, чё там. Иди проверь, чё там. Там рейдеры, иди потанкуй. Протектрон полицейский. Было изи. Ты решил убить робота в лишнем бою вот этой хуйней? Он его сейчас убьет, maybe. Рейдер сильнее робота? Ну его не клацает. Что за хрень вообще происходит, блядь? Ты бесполезный, дядь. Затмём народ Женя Фабзанчик. Бажаю тебе бутылочку фанты 0.1 от цикла удачи в фоличи. Та фоличи им не потрібна удача. Почему такой ничтожный шанс попасть с помощью ватса? Его вообще нет смысла использовать. Но, по крайней мере, радует то, что в этом фоллауте, если я навелся, то я попал. Потому что в Нью-Вегасе, когда я наводился на голову, и я не попадал вплотную там или с близкого расстояния, меня это реально бесило. Типа, да, герой не прокачанный, поэтому не попадает. Это полный бред, если честно. Блять. Протектрон дьявол. Фу. Уродец. Привет, батя. Сегодня будет праздничный касс. Если даже желаю заносов. Надеюсь. Также здоровья и мира тебе и близким. СДР в общем. Дякую. Надеюсь, будет. Если свет будет, то будет. Если не будет, то не будет. Попал! Но не убил. Батя неживучий. Чик-чик. Патроны заканчиваются. Чик-чик. Вас теперь тут много. Это у него как у меня броня или что? Не могу понять. Вроде нет. And we're lucky to have her in our arsenal. Здрасте. Cavalry's arrived. And it looks like they sent in the big guns. All I want to know is when can I get up there? I felt the same way the first time I saw it too. We call our ship the Pridwin. Этот корабль сможет меня перевозить? He's loaded with enough troops and supplies to mount a major offensive. If she's here, Elder Maxon's here. And that means we're going to war. С кем? Who's Elder Maxon? Maxon is the commander of this division of the Brotherhood of Steel. He's the model of what every Brotherhood soldier hopes to become. If we're going to war, I can promise you that he'll be leading the charge. That being said, you're about to get to know the Pridwin up close and personal. Было бы nice. I've received orders that we're both to report to her immediately. Follow me up to the roof of the police station. We're going for a little ride. Okay. Сесть винтокрыл. Так, давайте я сдам квест. You better have some good news. Да, блядь, ты чё? Am I getting rewarded for this? Dance has authorized me to reimburse you. Affirmative. Looks like I got my surprise for the day. Commonwealth is a big place in need of some serious exterminating. Take a breather if you need it. When you're ready, just say the word. Они бесконечно эти задания? Я не уверен, что хочу их бесконечно делать. Хотя какая разница, к чёрту. What's the mission? Clearing trash, mutants, ghouls. It's all the same to me. I'm ready. All right. Here's details on the purge location. Complete the mission. Типа, если буду мимо проходить, то сделаю. Так понимаете, квесты бесконечные абсолютно.
Так, мне на крышу надо идти. Надеюсь, у меня появился fast travel. Было бы nice. Ты заебался бегать туда-сюда? Что с текстурами? Что происходит здесь? Я боюсь сюда подходить, блять. Тут какая-то нестабильность в пространстве. Бля, мне страшно. Что это такое? Там невидимый чел какой-то? ВТФ, что здесь творится, блин? Гайс, что это такое? Страшновато. I suggest you put it to good use. Make sure you properly identify your targets before you start shooting. We don't want to have any mishaps and fire on the locals. Куда летим вообще? The Commonwealth looks different from up here, doesn't it? It never ceases to amaze me how drastically your perception of the battlefield changes from the air. We're gonna need that edge when we take on the They've already proven that they're technologically superior, which means there's no telling what types of weapons they'll have in their arsenal. Hopefully, our air superiority and tactical know-how will make the difference. Now all we have to do is find them. And I'm betting that Elder Maxon will have a plan already in place by the time we arrive. Кто стреляет? Как будто в меня кто-то стреляет. Brotherhood of Steel is the Commonwealth's last hope for survival. Every man, woman, and child below is in mortal danger. If we fail, it's only a matter of time before the enemy overwhelms the population. Cleansing the Commonwealth is our duty, and I will gladly spill my own blood if it ensures our victory. Тут я был на этом корабле. Final approach to the airport. The Pridwin should be coming into view. Answer Captain Kells on the flight deck. Just stick close to me and answer all of his questions. Так, то я буду летать на вертолете этом, а не на дирижабле, очевидно. А чё буду себя начну расстреливать дирижабль с этого минигана сейчас? Где я? Кто я? Тут с текстурами. Прослушать отчет. Как мне выйти отсюда? Permission granted. Welcome back, Paladin. Allow me to be the first to congratulate you on a successful mission. And is this our new recruit? Yes, sir. I feel promoted him to initiate, and I'd like to sponsor his entry into our rankings personally. Yes, we've read your reports. You'll be pleased to know that Elder Maxon's approved your request. Place the recruit in your charge. Thank you, sir. Сейчас со всеми тут говорить, получать миллиард заданий. You are to remain on the Pridwin and await further instructions. Very good, sir. Ad Victorium, Captain. Ad Victorium, Colin. So, you're the one Paladin Dance has taken under his wing.
You don't look much like a soldier to me. Не похож на солдата, не. ВТФ, блять. Постоянно мою броню, чел. Brotherhood soldier earns merit by respecting the ideals created by our elder. Not by simply killing the enemy and following orders. I've read Paladin Dance's reports. He seems to think you'll make a fine addition to the Brotherhood. You might expect an endorsement like that to grant you a great deal of latitude with us. But let me make one thing clear. The Brotherhood of Steel has traveled to the Commonwealth with a specific goal in mind. As the captain of this vessel, I won't allow anyone to jeopardize our mission, no matter how valuable they think they are. Understood? What exactly is your mission here? I'm not at liberty to say. Elder Maxson will be addressing the crew shortly, and I'm certain all of your questions will be answered. Now, was there anything else, or was everything I said understood? Beep, 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 beep. Not even a hint? Come on. I deserve it. Look, all I can tell you is that we're here directly in response to the data that Dance's recon team provided us. Beyond that, you'll just have to wait until Elder Maxson addresses the crew. Now dispense with the questions. It's time to get to work. Understood? That's all for now, soldier. Your orders are to proceed to the command deck for the address. After which, Elder Maxson wishes to have a word with you. If you have any questions, ask me now. Otherwise, you're dismissed. Приказы, блядь. Can you tell me anything about Elder Maxson? Elder Maxson is the supreme commander of the Brotherhood. Without his tenacity and his we'd still be a small group of complacent stragglers, occupying the Citadel and the Capital Wasteland. In a mere decade, he's grown the Brotherhood of Steel into a major military force. He's an inspiration to us all. Is there anything else? I don't have any questions. Then I suggest you head over to the command deck immediately. Dismissed, initiate. Dismissed. Так, и куда пиздовать? Мне ж квест дали или не? Или как? Welcome aboard. Elder Maxson is holding his... Это моё? Помолчи. Привет от старого зрителя. Привет. Последнее время стрима не было возможности смотреть, но душой я всегда с тобой. Желаю здоровья, удачи, как ты любишь. Спасибо. Украина стронг. С любовью из России. Триая.